Добрый вечер, дамы и господа, с вами Донбасс, с вами StarLadder TV. Продолжаем следить за квалификацией в Star серии 12 сезона. Ну и по-прежнему матч Чапа против команды Притом. 1-1 счет у нас матча. Ну и вот она, третья решающая игра между этими двумя командами. Посмотрим, кто же все-таки сильнее у нас окажется именно в этом матче. Кто же пройдет дальше в 1-16. В 1-16 их уже ожидает непонятно какая команда еще на данный момент. Хотя результаты должны были обновиться. Угу. Недоработка. В принципе, я сейчас могу найти. Пока можем, конечно же, пронаблюдать за игрой, а именно за пиками двух команд. Ну и что же... Притоны взяли себе Шейкера и Штопорышина и Тайтхантера на данный момент. Далее, что мы видим? Далее мы видим команду Чапа, в которой уже есть Vengeful Spirit, Битрайдер, Skyras Mage. Ну и кто-то еще будет. Тем временем у нас Phantom Assassin залетает для команды Притон четвертым пиком. Не играется, что ли? Что-то я не могу понять. Да, вроде бы еще игра играется. Yellow Submarine против команды Face Dota. Именно вот кто-то из этой пары будет проходить в 1-16. Ну и играть с победившим из этой пары. Так, ну по банам. По банам Притоны забанили у нас Тролля Варлорда, Дизраптора, Вичдоутера и Джаггернаута. Ну и Чапа избавились от Бристлбека, Пака, Акса и Брюмастера. Ну что же, Медуза. Медуза четвертым пиком для команды Чапа. Остается им герой на мидлейн. Как я вижу, да, два саппорта. Это Skyras Mage и Vengeful Spirit. Медуза в роли мейнкири, ну и Битрайдер отправится у нас в оффлейн. Так, ну и Магнус залетает у нас в бан. Ну а притоны, два саппорта. Это Штепорейшн и Шейкер, Тайтхантер в оффлейн, Фантом Ассасин в роли мейнкири. И остается тоже герой на мидлейн, как ни странно. Ну и минус Storm Spirit. Добирают ребята Бистмастера. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что дальше? А ну-ка, Чапа, давайте. Пуджа и все. И go руинить катку. Ну же, ребят, 30 секунд. Еще бонус тайма есть. Какие там еще есть варианты? Пуч. Суламид. Кто там еще может быть? О, Спирит Брейкер. Отлично. Изи просто. Я думаю, даже не почувствуют ребята своего оппонента. Кто? Пуч, Спирит Брейкер. Черт, даже не знаю. Таких жестких именно героев. Что-то даже у меня с головы вылетело. Ну, Queen of Pain появляется. Ребят, с команды Чапа. Ну и мне кажется, как-то интереснее у них пик выглядит. Хотя, опять же посмотрим. По игре все-таки все решается у нас в игре, поэтому. Я думаю, все еще впереди.
Такс. Мужа. Давайте. Разбирайте у нас притоны. Герои своих. Ну и будем смотреть мы. Катку. Что же, Star Lord Radiant, команда Притон. По бундочке. Играют у нас на Tidehunter, Denkyu, на Шейкере, Мейтен, на Phantom Assassin, Мэйдс, на Эш Топорышине, ну и Пикачу на Бестмастере. Ребята, которые подтащили вторую игру, которые готовы драться и за третью. Опять же, все именно сейчас и решается. Ну и команда Чапа. Сарнадайр, Саша Каша на Медузе, White People на Скарас Мэйджи, Норд на Венш Спирит, Паша Инвокер на Queen of Pain, ну и на Битрайдере катает нас Йоки. Ребята, которые первую игру у нас выиграли. Так, ну вот он заход. Тут ребят с команды Притон. Норта тут зажали. Норт проедает дерево. Ну и хватит ли это? Да, топорами Пикачу забирает этот фраг. Ну и ФБ в исполнении команды Притон. Вот такое вот начало. Вот жесткое. В исполнении команды Притон. Опа, нахуй у нас Tidehunter, все, застрял. Не знаю, что делать. Ну, бабуншки. Да ладно, уходит, нет. Снейк, который догоняет. Ну и 1-1 становится счет. Во! Как все быстро у нас происходит. Очень быстро идет у нас игра. Прям с первых минут мы видим, это все происходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как же опуститься вниз? Надо как-то вот так вот посмотреть. На флаг. Как же на флаг посмотреть теперь? О! Красота. Почему-то я до этого времени не замечал именно этого флага. Не знаю, с чем это связано, а тут какие. Тут стандартные. Фу. Фу. Хотя тоже прорисовываются иногда. Я помню, в последний. В конце первой игры прорисовался там флаг какой-то почему-то у Притонов. Ну ладно, такое. Ладно, смотрим мы за игрой. Все-таки 1-1 уже у нас счет матча. Напомню, что это последняя, третья решающая игра. Кто у нас выигрывает, проходит у нас дальше в 1/16 квалификацию в Star серию 12 сезона. Ну и что же мы видим? В этой игре. Видим то, что у нас буфлейн, у команды Чапа отсутствует. Да, поломал тут деревья у нас, конечно же, Битрайдер. Ну а сам, видимо, отправился в леса, где второй левел уже получил. В принципе, тут уже неплохо так может настакать. Тут уже настакал себе. Тут еще не настакал. Ну, все со временем. Все со временем, понимаем это. Все будет, но не сразу. Бестмастер ловит-то. Shadow Strike, ну и Квапа тоже проседает от топоров. Пикачу. Причем так серьезно. Пикачу так дымажит этими товарами. Ой, топорами точнее. Да и товарами тоже дымажит неплохо. Бизнес товаров у Бестмастера. Тайт. Первый левел. Еще один Арканбот отправляет у нас White People. Ну и Медуза третий левел уже имеет. Так, Квапа, ботл идет, потихонечку тут ботл обузится, маленький лишрак очень долго идет, ну правильно, лишрак же, или нет, да, лишрак, вот Evil Genius, курьер. Так, Phantom Assassin, третий левел, ну стоит у нас фантомка на фрифарме, ну по крипам я бы не сказал бы так. Почему-то именно проигрывает немножко по крипсату. Аж целых два крипа! Right. Эти два крипа, это ж ой-ой-ой, это ж 100 голды почти. Так, Битрайдер. Битрайдер, ну дальше в лесу стоит.
принципе, неплохо себя должен чувствовать. Стоя в лесу. Неожиданно, да? Для вас, для некоторых. Так, что у нас тут? Саппорты делают. Саппорты делают аж ничего. Просто ничего. Третий левел имеет что один, что другой. Хотя могли бы, конечно же, куда-то выходить. На тот же мидлейн, возможно, выйти. Хотя не самый удачный мидлейн. Конечно же, квапа тут прыгнет, если что. А вот на топ смогли бы, мне кажется, отправиться. Там что-то поднатворить. Так, инвиз составляет... по Шинвокеру. Тут у нас конкассив залетает. Еще аркамбот для Тайдхантера. Ну и Тайдхантер уже второй левел. Тут уже третий левел у Бетрайдера. Ну, Бетрайдер опережает немножко своего товарища. Так, инвиз юзает у нас квапа. Все-таки не решила прыгать вперед. Отпивается, уходит. Ну там шестой, да? Шестой уже имеет. Нет, пятый левел у Бестмастера. Лол. Так нужно же было прыгать, забирать его. Ну что-то не решился у нас. По тавр лезть. По Шейнвокер, ну. В другой раз, наверное. Все-таки попробует это именно сделать. Ну, Бестмастер тоже очень интересная такая раскачечка через топоры, через сумонов, без пассивной способности идет. Ну и сразу же через Некра будет идти. Судя по стафу, который он приобрел себе. Потом Ассасин, пятый левел, почти уже шестой, есть фейзы, в принципе, неплохо себя чувствуют. Третий левел Тайдхантер появляется, тут у нас Бетрайдер себя куражится. Настаканом. Ну и Бетрайдер уже сколько? Тут еще 500 уже на руках имеет, совсем скоро Блинк уже будет появляться. Ну и тут ребята подошли на мидлейн. Го убивать, наверное, да? Да, пошел у нас Скрик от Пикачу, ну и... убивает. Ребята, у нас Queen of Pain. На топе. На топе просел очень серьезно. Достает Хантер, но ребята не пошли до конца. Все-таки, видим. Решили как-то аккуратненько до конца не идти. Хотя, конечно же, там 100 хп пару тыченцев могли бы накинуть. Так, Бетрайдер отправляется у нас вниз. Линия подпушилась, ну и шестой левел сейчас я тоже возьмет тут. Ну, возможно, после чего опять же отправится в лес, да. Тролль недобитый, тут тоже на стак, она, в принципе, может тоже в лес пойти. Квапа на мидлейне убивает у нас Бестмастера. В принципе, да, без цель, без... Алтимейта, конечно же, как он будет останавливать Квапу? Никак. Поэтому запросто все-таки убивает. Так, 1400. Том Ассасин, возможно, какой-то Hand of Minas будет в исполнении фантомки, ну, посмотрим. Вроде бы как на нее атака сейчас будет идти. Правда, нету никвейва квапы. Хотя, возможно, и без него сейчас обойдутся ребята. Может, и аппарата сейчас поймают. Аппарат ловит станчик. Винги. Ну, да, крик минус у нас. Operation. И что же касается Мейдена. Не пошли. Не пошли, не пошли. Возможно... Ой-ой-ой-ой. Эти тыченцы от Паши. Просто божественно. Тайдхантер. Ходит у нас на... Опять же, на лоу хп. Приходит наверх у нас Шейкер. Который тоже будет получать его под себе. На шестой. Что подфармит что-то. Тоже неплохо. П
ПТ приобретает. У нас Queen of Paint. Что у Битрайдера? Битрайдер блинк покупает. Хорошо. Это круто. Теперь нужно как-то этот блинк реализовывать. А именно кого-то ловить надо уже. Будет самое оно. Так, у Медузы мне интересно тоже, что у нее есть. Есть фейзы, есть Аквила и есть Ring of Health. Это будет, наверное, выход в линку. Опять же, капитаню я, наверное, чуток. Совсем чуток. Опа. Не прощает такого Рошан. Ну и могут, могут, конечно же, ловить, да. Парышина, парышина завозит просто на ХГ. Ибо нечего тут делать ему. Ну и четвертый фраг для команды Чапа. Уходит у нас фантомка под Тауэр. Конечно же, боится всяких влетов и залетов. Наверх отправляется у нас Бисмастер, юзает хосту, тут же юзается Смок. Отправляются ребята на Медузу. Медуза, которая под Тауэр прячется, и никто ее не найдет. А нет, находят все-таки Медузу у нас. Сейчас бы Ultimate включить бы, было бы вообще шикарно, но без Ultimate решает все-таки все сделать. У нас Медуза. White Pipe. Мало хп у него находится, но тут приходит у нас Битрайдер, который может тут неплохо так поднакидать всем. Firefly. Ну вот, прилетает у нас Дэнкью. Дэнкью у нас умирает после Эхослэма. Ну, все-таки забрал он Битрайдера. Мейден тоже погибает. Аркан Болт все-таки догоняет его. Ну и... 7-3. 7-3, минус 3 делают у нас ребята с команды Чапа. Я бы сказал, это неудачный выход в исполнении команды Прейтон на Медузу. Который, как видим, закончился все же неудачей. Медузу не забрали, сами погибли, хотя Битрайдера забрали. Вот это такое. Битрайдер уже имеется блинк, поэтому... Может неплохо уже себя чувствовать. Так, фиссура. Какая грузная. Залетает тут Дэнкью. Ну нету Хаслема, то есть можно тоже как-то попытаться под Тауэр зайти, но опять же не хотят у нас Чапа как-то агрессивно действовать на мидл-лейне. Цепанули у нас Битрайдер Бисмастера. Бисмастер погибает. Ну и что же касается Тайдхантера, да, сбивает бочкой, ну и тоже погибает у нас Тайдхантер. 9-3. 9-3. Ну... Третью игру подряд. Команда Чапа, опять же, просто шикарно начинает свою игру. Ну а вот продолжение у них не очень хорошее получается. Мейден тут под Тауэр прыгает, убивает нас Скорос Мейджа. Остается Мейден на линии, так как понимаю, что он сильнее немножечко на данный момент. То есть может поднакидать кому-то. Очень так неплохо. Поэтому все же... Бояться им на данный момент некого. Так, первый один став появляется у Queen of Pain. Что там еще такого интересного? Медуза покупает себе Яшу сначала. Так, Некрау. Без мастера что-то задерживаются. Как понаумирал немножечко много. Шекер с арканами. Эшта Парышин 100 голды имеет. Есть тики, есть тапок. Ну и Фантом Ассасин, Болт оф Стрэндж. Конечно же, в Башер пойдет. Как же без Башера? Ну и Тайдхантер, видим, 6-й левел, есть Ravage, но почему-то еще до сих пор я его не видел. Вот такие пироги.
Так, продолжается у нас игра. Давайте смотреть дальше. Все-таки у нас игра очень интересная. Аж много фрагов происходит в минуту. И... все очень весело и задорно. Ух! Давайте, ребят, показывайте. Ну, третья игра. В принципе, вот, ловят нас Пашу Инвокеру. Да ладно, вот он, Ревейдж, который я увидел, высвапливают у нас Ауки. Ауки погибает. Юки, точнее, погибает тут Пайс Бласта, ну и... Vengeful Spirit. Колбаска. Или же Фиссура. Тотем. Норд тоже погибает. Минус 3 в исполнении команды Притон. Вот это уже интересно. Тоже интересно. Фитон тоже очень интересен нам, зрителям. Но я не понимаю, как так можно было отдаться, в принципе... Ай. Ай, все. Просто и так. Просто на этом можно закончить. Петрайдер. Есть лассо. Можно попытаться кого-то цепануть, но опять же, Firefly закончился. Firefly закончился, будем ждать 14 минут еще. Секунд, точнее. Ничего страшного. Ну что, и застрял, да, там? Красава. Не, не застрял. Тю, что-то я туплю. Все норм. Поехал, ломать деревья. Greenpeace отдыхает сегодня, поэтому можно. Так, первый некрати. Время без мастера появились. Thank you. Ловят. У нас Битрайдер ввозит. Путтауэр. Ну и расправляется с ним тут ребята. Хотя Фиссура... Не-не-не. Firefly делает свое дело. Ice Blast никуда не попадает. Ну и Тауэр-то надо забрать. Есть тележка. Лол. Ну ладно. Такое бывает у нас. Пикачу. Ну, ждет, пока тележка продамажит немножко Тауэр, чтобы просто подойти и добить его. Тут еще кабан неплохо нарезает. Кабан умер. Беда. Беда, беда, беда. Ну, Тауэр добивает нас Бисмастер, ну и Бисмастер умирает. Как я понимаю, Ice Blast туда летит. Неплохой крик. Ну, минус у нас King of Pain. Аппарат забрал ее с Ice Blast. Ну и Бис тоже погибает. Бисмастер. Так, с на ботами минус Т1 Тауэр. В итоге остается последний Т1 Тауэр у ребят с команды Чапа на топе. Тут у нас что забрал Юки? Ну, Юки, понятное дело, будет собирать себе форстав. Потихонечку идет к этой цели. 200 на руках у Шейкера. Блинк совсем-совсем скоро. Прям сейчас. Или нет? А, там 200-250. Ну, короче говоря, сейчас увидим то уведомление. 1900. У Фантомки покупает себе она Митрил Хаммер. КБ будет идти. Блинк имеется у Тайтхантера. Также мы это видим на руках. Ну и Смог. Смог в исполнении команды Притон. Ultimate у них есть. Также идут смоки. У нас команда Чапа. Чапа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Куда Юки прыгает? Мистик Флэр-то! Неплохо так пробил, но дальше разменяться как-то не получилось. В итоге минус у нас Битрайдер. Ну и на Рошана сразу же заходит у нас команда Притон. А, пошел. Минус армор. Ну и Норд тоже погибает. Что творят чапы? Я не могу понять. Почему по одному и что вообще происходит? Ну, отличный вижен есть, да. Наконец-то убили орла, который тут висел и все
видели тут ребята? Два орла было. Ну и в итоге Рошана забирают у нас игроки команды Притон. Тут у нас уже почти на подходе у нас линка у Медузы. Остается еще рецептик прикупить ей. Нафармить точнее. Ну еще 10-11 у нас матчи. Чапы по-прежнему у нас впереди. Всего лишь на один фраг. Но судя по последним вообще телодвижениям, что вообще происходило у нас, что-то сильно подсдали у нас команда Чапа. Графики. На данный момент видим, Притоны все-таки берут то самое преимущество, отбирают. 4000 отыграли. Сейчас 1000, как видим, за Притонами по нетворсу. Ну и по экспириенсу видим, тоже больше 3000 отыграли. Даже 4 с чем-то. 4500. Ну и тоже идут все дальше, дальше увереннее, увереннее. Паш Инвокер у нас погибает очередной раз. Имеется у него второй блин став, но зачем умирать, я не понимаю. Ну, 3-4-7. Паш Инвокера на Queen of Pain. Беда, конечно. Ну и тут старый некрак. Видим, без мастера уже есть стэша. Совсем скоро до следующих некров тоже там остается копейки. Так, ну и БКБ приобретает себе Фантом Ассасин. Так, тут линка, по-моему, уже летит. Да. Рецептик. Что там, Битрайдер? Битрайдер. Рецепт имеет уже на фурстав. Забирает именно этот фурстав на базе уже. Ну и Притоны. Притоны сравнивают счет. Притоны готовы драться, в принципе, везде. При любых обстоятельствах. Но опять же, пока что я вижу, они не собираются. Собираться не хотят. Куда-то идти, куда-то убивать. В принципе, можно попытаться опять же забрать какой-то тавер. Имеется у них Аэгис. Но что-то ребята медлят с этим делом. Питрайдер видит шейкера. Начинает кидать напалм. Ну, что это такое? Ну, погибает у нас Битрайдер. Дальше неплохой ревейдж был. Ну и что же, 2 в 1 на данный момент. У нас размен 3 в 1. Ну и Медуза. Медуза, вся надежда на нее. Минус у нас тайт кантер. 3 в 2 у нас происходит драка. Сбивает телепорт у нас Медузе. Ну и Медуза тоже у нас погибает. Хотя тут у нас есть еще Паша Инвокер на Queen of Pain. Но это было. Все-таки живет у нас Медуза. На развороте хотела накидать, но Мейден собирает ее с крита. 4 в 2. Такой вот размен. 1300 голды зарабатывают после этого замеса у нас игроки команды Притоны. Там еще 2000 экспы они вынесли с этого. Короче говоря, тут уже провал, мне кажется. Ну как провал? Нужно просто команде Чапи собраться. Нормально собраться и нормально подраться. Потому что то, что это до этого было, это просто, не знаю. Плюс 18. Ну вот, минус у нас Фантом Ассасин, минус Шейкер. Хорошо, дальше идет у нас Битрайдер, цепляет лосо Пикачу. Отлично. Отлично. Забрать только надо его. Да, находит Пикачу. Крик, Мистик Флэр, минус Пикачу. Вот, вот, вот они Чапы. Наконец-то узнаю этих ребят. Дальше, да, после Эгиса. Опять же, забирает его. Приходит Мейден. БКБ у него есть. Надо забывать. Минус у нас Битрайдер. Следующий уходит. Остальные уходят. Норд и Пау тоже делает. Норд уходит тоже. Хорошо. Ну вот. Вот они, Чапы. Которые должны драться. Которые могут драться. Просто нужно включить немножко свой мозг. Ну и нормально действовать.
Thank you. Сразу же арчит на него вешается. Пошел у нас Shadow Strike. Ну и Thank you тоже умирает. Также можно и Медза зацепить здесь. Ну нет. Все-таки решают добить тавер. Ну и уходят. Уходят ребята. На развороте еще пошел у нас Ultimate. Тут Медуза. Ну тут все-таки Мейден не захотел драться. Хотя бы КБ у него было. Смог, конечно же, попробовать. Тем временем находят у нас бабушки. Мистик Флэр. Ну, КБ тут ложится. Все это дело. Ну и... Ну, свинга у нас. Бабушки тоже погибают у нас. Ну и Мейдена тоже можно цеплять. Да, есть лассо для Фантом Ассасин. Минус у нас Мэтс. Не улетал у нас никуда. Не улетел, точнее, никуда у нас. Товарищ Operation, Мейден уходит. Проблему Пикачу. Пикачу тоже погибает. Ой-ой-ой. Напал, точнее, Firefly. Сгорел Сумон. Некробука. Ну и убил, конечно же, Битрайдера. Так, ну и... Секунду. Просят ребята. Ну, видим, видим, включились ребята, все-таки Чапа, все-таки поняли, что все, уже все пропало, вот они подключились, сразу же видим другую игру. Понимают ребята, что делать уже. Они просто отдаются по одному, как это было перед этим. Так, ну что там? Минуту просят ребята все-таки. Что там по графикам на данный момент? Ну вот, тот самый переворот, о чем я говорил. Включить мозг, и все понятно теперь для, для меня. Чапа возвращает свое преимущество по Netwars. Уже 3000. Это 5000 не отыграли. Вот за... Вот начиная вот дефенса Т2 Тавера, который перешел на Т1. Вот такой вот крюк. 5000 сразу же для команды Чапа. Ну и по экспириенсу видим 7000 отыграли ребята. С 3000 упал график 4000. Ну, все легко делается. Просто нужно немножко собраться ребятам и просто давить. Давить и убивать. Фиссура. Есть ли фортификация? Поэтому, если что, конечно же, прожмут его притон. Но я, как вижу, не будет прожиматься. Хотя Дэнкю врывается. Эхослэм по двоим. Отлично. Минус. Сразу же у нас Queen of Pain. Ну и летает Медуза. Летает Медуза. Ну, могут вот это еще забрать. Вот это надо забирать, ребята. Эти 160 хп, это Битрайдер тот же самый может подойти и просто затыкать. Потом через Firefly в леса лететь куда-то. Так, Ice Blast. Оп. Никуда, да? Никуда. Так. Опять какая-то пауза у нас. Ну, возвращается у нас Бестмастер. Это все-таки проблемы были. Па-па-па-па.
Ну, голубь пишет, ребята, хорошо. Понеслась дальше. Понеслась дальше. Притоны поняли, что без алтимейтов куда-то лезть вообще не вариант. Вообще не вариант драться. Как раз притоны через... как-то через алтимейты только и выживают. Там Ревейдж, Крик, Экослэм, там же Айсбласт, и под это все должен Мейден всех вырезать. Все всех, да, вырезать именно так. Так и работает именно стратегия команды Притон. Колбасит у нас голема. Такое. Норд может встрять. Норд умирает. 1000 крит вылетел от Мейдена. Ну и тут настакали, ребята. Тут, конечно же, все пропадает. Тут все пропадает. Медуза что у нас имеет? 2400 на руках. Монтастайл можно купить уже. Рецепт на байбек, думаю, останется там. Да, 900 такое. 900 голды, это не так уж и много. Так, чем на крипстаты включены? Нетворс нам важен. Нам важен нетворс. Первое место по нетворсу. Медуза, далее идет у нас Фантом Ассасин. Ну и третье место занимает у нас Пашин Бокер на King of Pain. Заходит на Т2. Т2 мгновенно падает. И будут ли телепорты какие-то тут? Нет, телепортов нету. Тут у нас уходят ребята. Айсбласт получили, выходят на деф Т3 Таура. И что? Прилетает у нас Медуза. Начинает включать алтимейт. Замерзнуть должны все тут окаменить. Или нет? Нет, не развернулся. Ну и на развороте Тайдхантер. Хорош у нас дают ревейдж. Очень много дэмэджа вливается в команду Чапа, ну и тоже те же самые, можно и сказать, про команду Притон. А в итоге 3 в 2 уже размен, 3 в 3 точнее размен. Байбэк был сделан от King of Pain, Квапа идет вперед, уничтожает Мэдза. Мэдз все-таки улетает. И Пикачу тоже улетает. Нету станов просто, ребят с команды Чапа. Умер. У нас Норд на винге, умер у нас Битрайдер. И все. Телепорты просто нечем сбивать. 23-23. Счет у нас в матче. Что у нас по айтемам у ребят появилось? Ну, видим, БКБ. Еще рецептик нужен для Паши Инвокера. На БКБ. Так. Ага. Ага, Медуза взяла себе Скади. Подождите, там же БКБ, по-моему, готовилась или нет? Что-то я пропустил вообще. Что, собирался Саша? Ну ладно. Что-то недоработка какая-то. Ну, Рошан падает, Айгис собирает. Queen of Pain, прыгает Дэнкю, Эхослэм очень даже неплохой. По Медузе заходит, ну тут Ultimate и начинает нарезать на Саша. Саша начинает нарезать, ловит фиссуру, ничего страшного тут нету. Минус у нас Дэнкю, дальше врывается вперед у нас Квапа. Соник Вэй через 20 секунд, ну... С руки, конечно же, нарезает. Мейден тоже пытается кого-то тут нарезать. Ну, ловит его в лосо. Минус нас Мейден. Да, минус Мейден. Даблкил от Паши Инвокера. Дальше ребята хотят кого-то поймать, но все разбежались. В итоге 3... 3 в 2, если считать Аегис. Так, 3 в 1, можно сказать. Ну... Без алтимейтов зашли у нас команда Притон. Не было там Ревейджа. Через Эхослэм решили сыграть у нас Притон. В принципе, на пару секунд заставили у нас Медузу. Хорошо. Ну а дальше-то что? Дальше-то провал.
Так, ну и минус 102. Минус 102, да, добивает его ребята. Хотели тут еще кого-то подловить на дефе, но не вышло, как видим. 4000 уже у Медузы. Дальше, что мне интересно, будет собирать себе у нас Саша. Ну, тут Монтастайл или БКБ. Вот что меня интересует, что именно дальше будет. Что там у Квапы? Квапы есть уже БКБ, хорошо. Очень даже хорошо. Тайдхантер, Форстав, Блинк, Арканы. Там Ассасин. 2400 на руках. После Башера, видим, БКБ приобрел себе у нас Мейден. Шейкер, Блинк, Форстав. Парейшн потихонечку собирает себе уже Аганим Септер. Ну и Бисмастер, которого я уже давно что-то не видел в драках. Что-то он так постоянно аккуратненько далеко держится. Ну, видим. 2300 на руках, возможно, Блинк. Возможно, Блинк сейчас прикупит себе. В принципе, было бы, кстати, очень даже неплохо тоже врываться вместе со своей командой. Было бы самое оно. Ну да, покупает себе Блинк после Некров в третьих. Некров. Некробука третьего. Что-то я задумался насчет этого слова. Так, ну и что же? Сашка покупает себе у нас Damage. Damage, который будет у нас превращаться одним движением в МКБ. Терапира. Терапира нужна. Только так тащится у нас квалификации на стар-серию. Покупаешь терапиру сразу же. Прямой слот. На 12 сезон. Так, МКБ, да. Медузы. Имеют уже три слота. Четвертый Яша. Ну и на мидлейн. На мидлейн стягиваются у нас игроки команды Чапа. Высвапливают у нас Пикачу. Пикачу. Ну, БКБ включает у нас King of Pain. Ничего не попадает. Именно имею в виду Ревейджа. И тому подобное. Ну и в итоге в 1-1. Пока что размен. Проблемы у Дэнки. Минус у нас Шейкер. Ну и дальше могут цеплять. Да, бабунчики. Дальше проблемы. Скади вообще дико замедляет. Ну и видим, три фрага делают игроки команды Чапа. Вот такой вот выход в мидлейн. В исполнении этой команды всего лишь этого саппорта потеряли. Ну и в итоге могут заходить на ХГ. Могут заходить на ХГ. Нету глифа. Нету глифа у ребят. Поэтому сторону должны ломать. А то их две, возможно. Опять же, сейчас посмотрим, какой скоростью это все будет. Ну, 30 секунд имеется, даже 20 секунд имеется у ребят, чтобы все провернуть и сделать. Ну, сейчас посмотрим, как это все будет. Да, минус мид. White People отправляется на следующую сторону, но что-то ребята передумали. Все-таки не пошли. Все-таки не решили мне подставляться. Ну и, как видим, мне кажется, все правильно и сделали. Такс. Опа. Ту-ту-ту-ту. А кто его убил? А, фантомка. Боже ж ты мой. А чё... Загулял. У нас, как раз, мыч что-то. В принципе, все уходили нормально. Он что-то решил остаться именно. Ну, ладно. Abyssal Blade. Имеется у Phantom Assassin. Апгрейд Башера. Сделал себе у нас Мейден. Оп. Нажатский. А ты выйдел. Так, ну и что уже? 34-я минута.
по графикам давайте посмотрим, что вообще происходит. 12 тысяч по командному нетворсу за командой Чаппа. Ну и по экспириенсу, видимо, 15 тысяч. Показывает нам график по экспириенсу. Так, Блэкмейл появился уже у Паши Инвокера. Какой-то Шувасгвард будет это все выходить у нас. Что там еще у ребят есть? Батерфляй. Верно? А, не. Че, денег нету. Что-то я так завтыкал на это дело. Ну, имеется Травела, имеется Линка, Яша, МКБ, Скади. Ну и Батерфляй будет собираться. Имеется талисман и выжжен имеется уже на руках. Там до Батерфляй рукой подать. Так, что у нас тут есть? Ну, тут особо айтемов, да и нету. Так вижу. Ну да, будет собирать, конечно же, Персеверанс, Блин Став плюс Рецептик. Все это выйдет у нас в рефрешер у Тайдхантера. Ну, это ж надо деньги, это ж надо время. А я как понимаю, Чапа все-таки время не хотят давать. Хотят все-таки завершать это все дело у нас. Ну, стоит Медуза, просто ломает тавр. Ну, что ты ей сделаешь? Ничего. Просто ничего. То есть, если прыгнешь на одну медузу, там подключится вся остальная команда. А что дальше делать, непонятно. Как бороться. Ну вот, прыгает у нас Битрайдер. Смотрел я этот момент. Поймали в Юлу еще у нас Фантом Ассасин. БКБ включает у нас Мейден. Ой-ой-ой, Норд! Как же уходит на лоу ХП. Хороший у нас Питч, ну... Что же, Медуза до сих пор живет, Медуза даже умирать не собирается. Мейден погибает, у нас байбек имеется у него, минус один барак, байбек от Мейдена. Ну и уходят ребята, в итоге минус, минус ботом. Еще Тайдхантер поставился. Не ожидал. Ну, Керасу собрал, точнее, себе у нас Пашин Локер вместо Шивасгвард, что-то я... Погорячился насчет Шивы. Такое. 33-26. Чаппа. Совсем скоро. Возможно, и победит эта команда. А возможно, и нет. В принципе, Чаппа быстрее смогут это сделать. В том плане, то что они уже убили две стороны. Остается им последняя вот эта сторона, которая стоит еще. Тут-то два еще, кстати говоря, нужно забрать. Вот такие вот пироги. Ну, а команде Придон нужно собираться. Собираться нужно морально, собираться нужно... Еще раз морально. Потому что... У них еще не все потеряно. Две стороны это не проблема. Да и в принципе три не проблема. Так, Мейден. Телепорт будет делать или нет? Пора бы, мне кажется, делать. Но опять сейчас зайдет просто Саша на ХГ и будет стоять, втыкать в этот тавр. Сделать ты ему ничего не можешь, так как ничего. Просто там еще Батерфляй приобрел на себе. Ну, вообще просто. Бей, не бей его, толка ноль. Да, минус Т3. Бабуншки. 10 секунд до ревейджа. Бисмастер прыгнуть не хочет. Прыгает Бисмастер. В БКБ... Нет, не БКБ у нас летит у нас. Алтимейт его. Не, БКБ все-таки. Там даже не слово. В итоге минус 3 уже есть. Что я вообще думаю? Гадаю, в итоге тут еще трипл килл забирает Саша себе. Ну, good game уже, пишут ребята. Ну и выигрывают эту игру. Хотя там Дэнкю вообще царско ворвался. Может, кто-то видел. Неплохой хаслэм зашел напоследок. Вот так вот, дорогие друзья. Ну что же, Чаппа побеждает... в этом у нас матче со счетом 2-1, ну и проходит дальше.
И дальше будут играть, бороться против команды Face Dota или же Yellow Submarine. Пока что не ясно до сих пор почему-то.